Экономия по-австралийски, свадьба на морозе для британцев и гигантский айсберг, который угрожает мореплавателям. Об этом и не только в нашем обзоре. Австралийцы начали экономить на грузчиках. В последнее время все чаще можно видеть, как люди перевозят технику и мебель в общественном транспорте. В метро Брисбена остановили мужчину, который пытался таким образом перевезти сначала холодильник, а затем и диван. По местным законам, крупногабаритный багаж в общественном транспорте возить запрещено. В результате предприимчивому австралийцу пришлось заплатить штраф. От Антарктиды откололась рекордная глыба льда. Айсберг весом в 1 триллион тонн был частью шельфового ледника Ларсен. Впрочем, для ученых это не стало неожиданностью. Ведь за трещиной во льду они наблюдали больше 10 лет. Если гигантский айсберг отнесет ветром на север Антарктики, он может угрожать судам в этом регионе. Джули Баум и Том Сильвестр станут первой британской парой, которая сочетается узами брака в Антарктике. Знакомы они уже 11 лет. Оба работают на британской исследовательской станции Ротера. Дата церемонии пока условная. Свадьба может состояться в ближайшую субботу или воскресенье. Все зависит от погоды. Как бы там ни было, влюбленные уверены, лучшего места для бракосочетания им не найти. Самый популярный вомбат в мире собирается отметить свой первый день рождения. Ради животного в парке собираются устроить настоящий праздник с шариками, угощениями и гостями. История малыша по имени Джордж год назад покорила миллионы пользователей в сети. Его маму сбила машина, детеныш тоже едва не погиб, его спас случайный прохожий и принес в парк рептилий в пригороде Сиднея. Вомбат настолько привязался к одному из ветеринаров, что буквально ходил везде за ним по пятам. Видео с забавным животным набрало 40 миллионов просмотров.